дорогие друзья, компания «Вспорте.ру» начинает прямую трансляцию 5-го тура группового этапа Лиги Москвы, в котором сегодня здесь, на Флотской, сразятся «ВЭТ» и «Атлас». Важнейший матч на предварительном этапе. По большому счету, именно сегодня многое решится в борьбе в подгруппе «Ди», где ведут за выход из группы сражения «Витязь», «Атлас», «ВЭТ» и «Русь». После 4 проведенных встреч еще у всех коллективов сохраняются шансы на попадание в стадию плей-офф, но понятное дело, что «Витязь», который провел отлично стартовый отрезок этого турнира, имеет наилучшие шансы, а «Русь», у которого только один набранный зачетный балл, почти их лишился. Но вот «ВЭТ» и «Атлас», они располагаются на втором и третьем местах турнирной таблицы, их разделяет всего один набранный балл, и в итоге сегодня многое решится. Победитель этого матча получит весомое преимущество в борьбе за дальнейший промоушен. Более того, если «Атлас» сегодня выиграет, как и в матче первого круга, то «ВЭТ» потеряет в том числе и математические шансы на попадание в двойку лучших команд своей подгруппы. Но в случае победы все будет решаться в заключительный игровой уикенд, который состоится через 2 недели. Ну а теперь давайте все внимание происходящему на поле. Главный арбитр встречи Михаил Бесчастных пересчитал футболистов, которые готовы начать сегодняшнее противостояние, и дал стартовый свисток, возвещающий о начале этого поединка. По традиции начну я с стартовых составов номинальных и реальных гостей. Давайте до конца за этой атакой сразу посмотрим. Владимир Юрченко врывался в чужую штрафную и сразу же проверил в деле Андрея Янокяна. У него первый номер, номинально первый номер, понятное дело. Голкиперы могут играть в формах без игровой цифири. В центре обороны у «Атласа» Юрий Жоголев, номер 2. Слева Алексей Поздняков, 89. Справа Альберт Тлицежев, номер 11. Максим Адаскин, 7. В центре полузащиты, капитан команды. Евгений Савельев, 8. Слева Павел Когтев, 14. Справа Сергей Ефимов, номер 9. На острие атаки. Футбольный клуб «Атлас» играет в зелено-черных цветах. В первом тайме располагается слева по телевизионной картинке. И давайте сразу же и двух запасных я вам назову. Тем более, что вполне возможно придется достаточно много ротировать состав и тем, и другим, потому как вчера матчи календарного чемпионата соперники провели и силы немножечко, конечно, потратили. Итак, на скамейке запасных у «Атласа» сегодня присутствуют Сергей Ефремов, номер 32, и Гор Погосян, 60. Но, насколько я понимаю, один из них опаздывает, и пока только на скамейке запасных располагается один футболист. Это Гор Погосян. Что касается «ВЭТ», то красно-белые в следующем сочетании сегодняшний матч начинают. Роман Корчинский, номер 1, в воротах у красно-белых. Дмитрий Масленников, 34, и Виталий Амельяненко, 5, в центре обороны. Здесь штрафной зарабатывает Юрий Геращенко, номер 97. Он в центре полузащиты расположился. В опорной зоне Рустем Латфулин, номер 2. Иван Семин, 28. И Владимир Юрченко, номер 7, по краям. И на острие атаки капитан «ВЭТ» Александр Степнов, номер 10. Это штрафной, безусловно, для Владимира Юрченко. Посмотрим, как он разыграет этот стандарт. Быстренько еще и о заменах «ВЭТ». Здесь, на самом деле, обширный списочек. Но также я вижу, что только один футболист располагается на скамейке. Итак, Юрченко. Удар. Мяч не доходит до вратаря. Один из защитников принимает этот выстрел на себя. Атака продолжается и завершается неточным пасом Юрченко на Александра Степнова. Итак, в заявке у «ВЭТ» сегодня также присутствует Сергей Борисов, номер 29, Виктор Дерюгин, 80, и 21 Дмитрий Николаев. Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев. Главный арбитр встречи я вам представил, назову еще раз, Михаил Бесчастных. И, насколько я понимаю, помогает ему на резерве Игорь Елисеев. Степнов откидывать мяч на Геращенко, но не точная передача. Пока достаточно сумбурное начало. Необходимо, наверное, сказать, что вчера вечером в Москве такой обильный снегопад прошел, и это, безусловно, может сказаться на сегодняшнем состоянии газона. Его достаточно долго приводили в пригодное состояние. Вы можете видеть, что
практически отсутствует снег. Поле достаточно мягкое, но тем не менее иметь в виду это все равно необходимо. Фактор домашнего поля вполне возможно поможет в это. Привыкшие красно-белые к таким размерам поляны. Вот еще один момент. Удар в ближний угол не попадает Владимир Юрченко. Уже несколько голевых шансов таких потенциально имел в дебюте седьмой номер красно-белых. Штрафной, мы помним, в самом дебюте он врывался в чужую штрафную. Вот сейчас пробивал после смещения в центр, в зону Александра Степнова, не попал в створ. Ну да, безусловно, фактор домашнего поля в матчах Еврокубков будет иметь значение, потому как команды в разных дивизионах играют на разных площадках. Первый ответ такой, по-настоящему перспективный в исполнении гостей, не завершается он ударом по воротам. Понятное дело, да, что Атлас, который привыкший играть у себя на юго-западе, на Вернадке, там немножко другие габариты поля в том числе. И, возможно, какое-то время гостям потребуется, чтобы привыкнуть к размерам Флотской. Вот, например, Юрий Геращенко перед началом матча говорил, что он обожает вот этот гектар на Флотской и чувствует себя здесь очень комфортно. Посмотрим, сможет ли он стать сегодня одним из главных действующих лиц. Пока у нас первым голом дело завершается. Вот так вот особо не требовалось Атласу времени на раскачку. И Максим Адаскин забивает гол. Первый в сегодняшнем противостоянии. С левой ноги пробил точно в угол ворот Романа Корчинского. И достаточно существенно осложняет он задачу для команды Сергея Борисова и Александра Степнова. 1-0 уже на пятой минуте отличились гости в ходе быстрой атаки. Ну а Максим Адаскин, к слову, является одним из лидеров своей команды, безусловно, как и подобает капитану. На его счету теперь стало 3 забитых гола в этом турнире. Лучший бомбардир команды, правда, сегодня отсутствует. Анвар Бояркин, у него 4 гола. Вот сегодня без него придется зелено-черным справляться. И, как мы видим, по стартовым мгновениям получается достаточно успешно. Пусть вот и создал несколько хороших моментов, забили первыми именно зелено-черные. Причем особо голевых шансов-то они не создавали, да, в таком большом количестве. Моменты в это казались перспективнее, что ли. Но вот точность удара Максима Адаскина позволила его команде выйти вперед уже в самом начале поединка. Напомню, что в матче первого круга, который проходил уже достаточно давно, футбольный клуб «Атлас» оказался сильнее с разгромным счетом 4-1. Тогда юго-западный коллектив у себя дома победил. И на тот момент казалось, что для команды Александра Степнова все будет очень тяжело в этом турнире, потому как в стартовом туре они сыграли в ничью с «Витязем» 3-3. Но затем были спаренные матчи с футбольным клубом «Русь», который и является представителем Северо-Восточной лиги. И вот там как раз пополнили актив набранных баллов красно-белые. Первый матч выиграли 6-1, во втором разошлись с миром 2-2. И, возможно, именно вот эта ничья сейчас наибольшим образом и ударяет по перспективам команды, потому что во всех остальных матчах не удалось Северо-Восточной команде набрать очков. И в это одержи он победу в том противостоянии, в принципе, сейчас был бы турнирным фаворитом в борьбе с Атласом. А так, помимо того, что необходимо побеждать именно сегодня, нужно будет затем еще и закреплять свой успех в матче заключительного тура с «Витязем», который является лидером своего квартета. Но, что интересно, свою единственную потерю в первом туре «Витязь» допустил как раз-таки в игре с «ВЭТ». Так что здесь все достаточно плотно и очень интересно. Более того, если сегодня «Витязь» добьется победы в матче против «Руси», то тогда не только гарантирует себе выход в плей-офф, но и обеспечит таким образом первую строчку турнирной таблицы. И на заключительный матч против «ВЭТ» может выйти, так что называется, спустя рукава.
Но пока необходимо задачу на сегодняшний день решать. Напомню, что любой результат, кроме победы, делает задачу либо почти невыполнимой, либо математически потеряют в случае поражения шансы красно-белой. Ничья, конечно, еще оставит надежды на заключительный уикенд, но тогда там нужно будет не только обыгрывать Витязь, но и надеяться, что Русь сумеет уже немотивированная отобрать очки у зелено-черных. Юрченко в центре поля оставляет мяч, но там нарушение правил фиксирует рефери. Прихватил его Алексей Поздняков. Рефери находился рядом, поэтому никаких проблем с тем, чтобы увидеть это нарушение, у него не возникло. Емельяненко на Геращенко. Тот дает передачу направо. Юрченко пытается на финтах войти в штрафную. В итоге опасный момент и сравнивает счет Владимир Юрченко. Получив пас от соперника, не прошла его передача туда ближе к лицевой линии. В итоге все-таки с какой четвертой попытки, да, сумел со своей левой ноги отправить мяч в сетку. И уже достаточно быстро сравнивает в этот счет. На 10-й минуте Владимир Юрченко вырывается в списке лучших снайперов своей команды в этом турнире. Это его 5-й гол. У Александра Степнова 4 забитых мяча. Но я не думаю, что кто-то из футболистов на поле сегодня о каких-то личных амбициях думает. Все настроены исключительно на командный результат. Семин кидает мяч на Геращенко. Тут не успевает его на бровке догнать. Вот о чем я говорил, да? Чуть похуже сцепление с газоном из-за вчерашнего снегопада. Уверен я, что Геращенко мог бы спокойно там мяч оставить в игре. А в итоге получилось даже лучше. Как-то несуразно из-за боковой возобновили игру футболисты «Атласа». И в итоге бросили его Александру Степнову. Тот не стал долго думать над подарком и пробил в лед. Не сумел как следует подстроиться к мячу и отправил его далеко за пределы стадиона. Иннокян далеко вперед выбивает. Здесь Гор Погосян, который начинал матч на скамейке запасных, здорово зацепился. Вообще он номинальный защитник, но ввиду того, что есть определенные кадровые сложности у зелено-черных составом, сегодня, например, усилять игру могут только футболисты, номинально являющиеся игроками обороны, приходится вот тому же Погосяну, например, выходить в центральную линию. Не думаю я, что он каким-то образом сможет испортить игру, но все-таки его можно назвать профильным защитником. Перевод. Юрченко на грудь принимает мяч на боковой линии. Снова Юрченко. Играет центр. И друг друга не поняли сейчас Латфулин с 7-м номером красно-белых, и в итоге пас ушел в аут. Невысокий темп игры. Команды словно присматриваются друг к другу, а «Атлас» в том числе и привыкает к размерам поля. Вот сейчас высказывает претензии своим партнерам Максим Адаскин, говоря о том, что никто не открывается под передачу. Пришлось назад на голкипера откидывать, а того чуть было не съел Александр Степнов. В итоге мяч возвращается красно-белым. Я даже на самом деле не особо понимаю, как можно охарактеризовать стартовые мгновения встречи. Наверное, преимущество все-таки у красно-белых по первым минутам поединка. Но вот только первый гол забили зелено-черные. И, возможно, благодаря этому еще больше отдали инициативу сопернику. Но все-таки достаточно быстро сумели отыграться подопечные Сергея Борисова и Александра Степнова. И в итоге у нас на табло ничейный счет, обменялись голами соперники. И вроде бы все как будто с самого начала начинает, вот только четверть встречи почти уже позади. Еще один фол
два седьмых номера, столкнулись на бровке. Максим Адаскин правила нарушает. Один из самых активных игроков в составе зелено-черных. Го забил. И в целом достаточно много в центре внимания оказывается. В общем, позиция его заставляет таковым быть, центрального полузащитника. В схеме 3-3-1 большой объем работы, естественно, на него ложится. Здесь Геращенко чисто отбирает мяч, и возможность для контратаки у Вэт появляется, но не увидев продолжения, пришлось чуть приостанавливаться Юрию Геращенко, подключив Латфулина к атаке. А сейчас никто не подсказал ему, что со спины уже атаковали, и теперь в обратную сторону необходимо бежать. А Даскин скорость набирает, ждет подключения, но не проходит эта передача. Вновь перехват и вновь без нарушения правил. Любим мы говорить в таких ситуациях, что пошла игра без центра поля, но как-то все равно достаточно медленно развиваются атаки. Вот Геращенко сейчас не сумел точную передачу вперед на Ивана Семина отдать. И в итоге вновь в стадию позиционного наступления эта атака переходит. Латфулин. Налево передача на Степнова напрашивается. Тот уже на линии штрафной. Фирменные движения. Удар будет. И 2-1 становится счет. Александр Степнов здесь на индивидуальном мастерстве раскачал оппонента. И в итоге отправил мяч в нижний угол элегантно. И Вэт выходит вперед на экваторе первого тайма. Это случается. 2-1. Здорово здесь он, безусловно, с Павлом Когтевым разобрался. И красно-белые впервые в этом матче выходят вперед. Посмотрим, как отреагируют на эту неудачу зелено-черные. Ну и, наверное, необходимо отметить, что помимо того, победа нужна красно-белым, хорошо бы еще разницу забитых и пропущенных мячей подправить с точки зрения личных встреч. 4-1 проиграли красно-белые первый матч, и в случае равенства очков именно этот показатель будет считаться первым, а такой вариант вполне вероятен в случае, например, сегодняшней победы в этом в следующем туре. Ничья с Витязем может не стать проходной, если не удастся компенсировать и отыграть поражение в первом круге от АТО в 3 мяча. Так что, безусловно, даже 2-1, хоть и является задачей минимум, имея в виду победу, для ВЭТ необходимо как минимум крупно. Победит приходит во время и еды, что называется. Здесь технический брак Иван Семин допускает. Неукротимый, достаточно простой мяч. Хорошая диагональ. Вот много диагоналями играет. Два защитника действуют. Понятное дело, что когда у тебя есть моторных ЛТР, у тебя объем на бровках и хорошим исполнительным мастерством, как сейчас, например, Юрченко не сумел переиграть голкипера. Продолжается, а вот Семин какую-то не самую удобную передачу отдает. Александр Степнов сразу своих партнеров и подопечных успокаивает, говоря, что не нужно сейчас нагнетать. Все пока складывается достаточно неплохо, даже несмотря на быстро пропущенный гол. Ефремов скидывает мяч на Погосяна. Вот и приехал 32-й номер на стадион. И также в атаке отправился Степнов. Отличная передача Юрчика. 3-1. Отлично разыгранная комбинация. И вот это вот можно уже сказать, что по большому счету фактор домашнего поля сказался для ВЭТ, или же наоборот гостевого для их соперника. По большому счету, да, немножко потеряли за спиной крайние защитники своего оппонента. Юрченко классно там врывался в штрафную. И в итоге на 18-й минуте сумели красно-белые упрочить собственный перевес. Что называется, не поплыть уж, простите, у меня такой же организм, потому как
очень хорош сейчас ВЭТ, в то время как Атлас почти не контратакует. Да, была отличная атака, которая завершилась голом Максима Адаскина, но в целом больше ничего не удалось зелено-черным предложить своему сопернику. Много забросов в борьбу, а там раз за разом ее выигрывают защитники ВЭТ. Снова Юрченко идет вперед. Нарушение правил, да. Вновь срывает перспективную атаку Максим Адаскин. Делает это достаточно хорошим для себя образом, без повода предъявить Михаилу Бесчастных первую желтую карточку в сегодняшнем матче. Но, тем не менее, мяч остается у ВЭТ, и это штрафной, который тоже является достаточно грозным оружием в руках красно-белых. Юрченко будет в дальней дистанции. Возможно, в надежде, что кто-то из партнеров или соперников там подставит ногу под рикошет. Но в итоге защитники спокойно справились с этим дальним ударом, но быструю контратаку организовать не получилось. Погосян, пас в штрафную, здесь защита надежна, ну и последовавший удар никакой опасности для Романа Корчинского в себе не таил. Тем временем у нас уже 20 минут позади. Треть матча уже отыграна, и снегопад очередной начался тем временем. Не хочется, чтобы изумрудное поле стадиона на Флотской потеряло свой вид. Но вот все-таки еще только март месяц, середина. В предыдущие сезоны еще ни о каком летнем поле даже мечтать не приходилось. Но вот в этом году Москва подарила нам несколько теплых дней. Шанс для своей команды. И какой сумасшедший сейв совершает Андрей Янокян. Возможно, даже ценой собственной травмы он там заблокировал добивание. И оставил свою команду в игре. Да, возможно, не самым лучшим образом он отразил дальний удар Владимира Юрченко. Но затем сыграл просто блестяще. Будем надеяться, что болевые ощущения не помешают Янокяну продолжить встречу. Пока же небольшую паузу рефери дает командам. Ну, а у нас есть таким образом небольшая возможность о делах команд во внутренних чемпионатах поговорить. ВЭТ прямо сейчас располагается на 6-м месте в чемпионате первого дивизиона Северной лиги. Вчера команда играла календарный матч турнира против Пиратов. В упорной борьбе красно-белые одержали минимальную победу со счетом 4-3. А здесь похоже, что все-таки замена требуется Атласу. И попробуем разобраться, кто на воротах будет у Атласа продолжать этот поединок. Сергей Ефремов, похоже, подсказывает мне. Хотя нет, Сергей Ефремов, вот он сейчас, я так понимаю, будет возобновлять игру. Будем методом исключения, что называется, определять, кто же из футболистов отсутствует у зелено-черных. Мне вот почему-то кажется, что это Павел Когтев. Потому что когда футболист снимал футболку, там цифра 4, по-моему, на бровке вот она лежит. Больше игроков с подобной цифирью вроде бы и нет. Так что предположим, что это Павел Когтев. Ну а для ВЭТ сейчас отличная возможность, чтобы улучшить разницу в сегодняшнем противостоянии. Возможно,
Андрей Енокян сумеет после перерыва вернуться в игру. Когда болевые ощущения чуть поутихнут. Напомню, что поединок первого круга завершился крупной победой Атласа. Со счетом 4-1. Масленников играет центр на Латфулина. Степнов. Держит мяч в центре. Его только сейчас отдает назад на одного из своих защитников. Обильно припорошило поле снегом. И в итоге видно, что тяжело тому же Дмитрию Масленникову, например, даже просто устоять на газоне. И в итоге лишь благодаря тому, что в Альберта Тлицежева он выбил мяч, тот остался у красно-белых. Степнов продлевает полет мяча, но безрезультатно. Сейчас как бы спешка против непосредственно самого Атласа не сыграла. Подскользнулся Максим Адаскин, но сохраняет контроль над мячом. Разворачивается и начинает атаку своей команды. Никто абсолютно его не встречает. Темп игры совсем до минимума упал. Ну и при таком развитии атак, конечно, тяжело рассчитывать на то, что массированную оборону можно будет скрыть. Юрченко один в один остается он с Савельевым. Но в итоге помогли защитнику зелено-черных партнеры мяч отобрать. Там, опять же, изменившееся сцепление с газоном вносит свои коррективы. Савельев. Жоколев. Нет, это Максим Адаскин так низко опустился. Прошу прощения. Во время развития атак своей команды он опускается чуть ли не на одну линию с защитниками, чтобы получить передачу и оттуда уже развивать наступление своей команды. Погосян здесь перехват совершил, но не сумел сохранить владение мячом. И замены. Замена УВЭТ. Семин Иван отправляется отдыхать. А тем временем Андрей Енокян выходит из раздевалки, по-прежнему немного корчившись от боли. Но предполагаю, что найдет он в себе силы помочь своей команде в этом тяжелейшем противостоянии. Ну и мы отметим также, что Александр Степнов так время от времени поддерживает за заднюю поверхность бедра. Возможно, старое повреждение не позволяет ему в полной мере сегодня показывать свое мастерство, но по сути альтернатив на острие атаки у команды нет. Да, есть определенные также кадровые сложности, например, того же Константина Панина сегодня нет на игре. И по сути, наверное, там можно придумать какое-то перестроение. Например, Юрия Геращенко в качестве столба использовать на острие, а Степнову давать время на отдых там, с определенными перестановками. Но все-таки Степнов даже неполноценно готовый. Это грозное оружие. Вот мы сегодня видели и голевую передачу. Одну из на Юрченко он отдал и сам забил пока что на данный момент победный мяч. Так что здесь даже, повторюсь, не до конца готовый Степнов все равно является грозным оружием для красно-белых. Ну а пока грозное оружие есть у зелено-черных. Отличная возможность, чтобы
сократить отставание до минимума. Опасный штрафной вот такой игре стандарты могут стать настоящим спасением для проигрывающей стороны. Удар! Корчинский вступает в игру, показал, что даже несмотря на практически полное отсутствие работы в первом тайме, он достаточно уверенно готов и не замерз там на ленточке. Еще одна потеря. Адаскин здорово сыграл. Направо бросает в прорыв Сергея Ефремова. Подача. И доходит эта передача. Вторым темпом можно было развивать эту атаку, но прострел получился неточным. Заключительная минута первой половины начала свой отсчет. Что интересно, после того, как травму получил Андрей Янокян, зелено-черные такое чувство, что стали более собранные, да, и реальных шансов больше у красно-белых. Даже ударить поворотом, по-моему, у них не получилось после той паузы. Поздняков играет центр на Адаскина, а тот на мяче поскользнулся, и контратака 2 в 2 развивается. И слишком далеко отпустил мяч Виктор Дерюгин. И в итоге успели его защитники накрыть. Ну а здесь Степнов на перехвате играет. Мяч в пределах поля не покинет. Дерюгин прессингует Жоголева. Тот на Позднякова. Обратно на Когтева. Длинная передача вперед, и не дойдет она до Гора Погосяна. На перехвате вот снова действует уверенно Латфулин направо. Посматривает уже арбитр на свой секундомер. Возможно, за последней атакой в первой половине мы с вами наблюдаем. Или нет? Вот это контрвыпад зелено-черных может получиться интересным. Но слишком долго там разворачивался Сергей Ефимов. И в итоге не сумел что-то интересное для своих партнеров придумать. Ну что ж, дорогие друзья, главный арбитр встречи отправляет команды на перерыв. Давайте и мы с вами отдохнем несколько минут, а затем вернемся на главный стадион Северной Лиги. Пролетел перерыв в матче 5-го тура группового этапа Лиги Москвы, в котором отношения выясняют ВЭТ и Атлас. После стартовых 30 минут игры впереди хозяева поля красно-белые со счетом 3-1. Быстрый гол удался Атласу благодаря стараниям его капитана Максима Адаскина. Но затем дубль Владимира Юрченко и гол Александра Степнова перевернули ситуацию на поле. Таким образом, 3-1 ведут красно-белые, но этого по-прежнему может не хватать в турнирном плане, поэтому еще необходимо развивать ситуацию на поле. Обращаем внимание, что вернулся Андрей Янокян после перерыва в ворота. И давайте посмотрим, в каком же сочетании вторую половину встречи начинают соперники. Андрей Янокян, номер один, вернулся в рамку у зелено-черных. Он получил болезненное повреждение в концовке первого тайма, и временно Павел Когтев занимал его позицию на последнем рубеже. Сам 14 номер сейчас играет левого защитника. После определенного отрезка, который удалось ему отыграть без пропущенных мячей, или нет, он просто поэпизодно, ну, видимо, там оказался. Сейчас до конца разберемся. В центре поля Максим Адаскин. Справа играет Альберт Тлицежев, Сергей Ефремов и Евгений Савельев, насколько я понимаю, играет в полузащите. На острие Сергей Ефимов. Если вдруг кого-то перепутал, прошу меня простить, все-таки футбольный клуб «Атлас», признаюсь, вижу впервые и не всех еще футболистов успел запомнить в лицо. Что касается ВЭТ, то здесь отмечаем, что Рустам Латфулин отправился отдыхать, поэтому стартовая расстановка на вторую половину встречи выглядит следующим образом. Роман Корчинский по-прежнему защищает владение
красно-белых. Давайте за это так и до конца посмотрим. Здесь Геращенко выбирается на ударную позицию. Бить ему было неудобно. И в итоге потеря, которая может обернуться опасным моментом. Но как же здорово сыграл Дмитрий Масленников. Сумел здесь сохранить владение над мячом. Дмитрий Масленников один из двух центральных защитников. Вторым является Виталий Амельяненко. В центре полузащиты Юрий Геращенко, Иван Семин и Владимир Юрченко также действуют по краям. И Юрченко бьет поворотом. На острие Александр Степнов. И еще один футболист, который пока не попал в наше стартовое сочетание на вторую половину встречи. Сейчас мы его с вами идентифицируем после этой атаки Атласа. И вновь Максим Адаскин пытался пробить с дальней дистанции. Еще один футболист, это Сергей Борисов, номер 29. Он играет в опорной зоне у красно-белых. Юрченко, как здорово здесь убрал голкипера, затем искал контакт с Сергеем Ефремовым, понимая, что уже упустил момент для удара, и рефери, естественно, это падение оставил без внимания и без какого-то вердикта со своей стороны. Да, там Гор Погосян играет у Атласа на правом фланге, а не Евгений Савельев, как я вам представил. Вот теперь, когда все футболисты, которые начинают вторую половину встречи, представлены, давайте с вами быстренько все свое внимание вновь вернем на газон, на котором мы наблюдаем за важнейшим в турнирном плане противостоянием группового этапа Лиги Москвы. Резюмируя события первой половины, можно сказать, что игра не баловала нас своими высокими скоростями. Атлас, насколько я понимаю, имеет определенные кадровые сложности. В частности, Анвар Бояркин отсутствует сегодня. Вот еще и повреждение получил Сергей Ефремов. Сегодня не везет прямо зелено-черным. Будем надеяться, что Ефремов сумеет через несколько мгновений вернуться на поле, когда болезненные ощущения утихнут. И поэтому приходится играть от соперника. Тут еще и фактор гостевого поля, которое достаточно непривычно для гостей. И в итоге даже, несмотря на быстрый гол Максима Адаскина, преимуществом в целом именно красно-белые владели и сумели трижды поразить ворота Андрея Янакяна. Но, возвращаясь к турнирным раскладам, нужно понимать, что матч первого круга завершился счетом 4-1 в пользу Атласа, так что 3-1 оставляет преимущество по личным встречам к сегодняшним гостям. И, следовательно, в эту необходимо искать, продолжать счастье на чужой половине поля. Если, конечно, они не выиграют в следующем туре у Витязя, тогда, конечно, никакие дополнительные показатели считать не придется. Юрченко играет на перехвате. Степнов выходит 1-1. Удар 4-1. Александр Степнов также делает дубль в сегодняшнем противостоянии. И Владимир Юрченко отвечает своеобразного лаверды своему капитану. Вот второй гол Юрченко забивал с передачи Александра Степнова. А теперь напротив, Степнов с передачи того же Юрченко отправляет мяч в сетку. 4-1. Это уже кардинально иная ситуация. По дополнительным показателям команды сравнялись. По набранным баллам ВЭТ выходят вперед. Подкате здорово сыграл Дмитрий Масленников. Удалось ему там остановить прорыв соперника. И еще и передача вперед достаточно перспективная затем последовала. Но зелено-черные на перехвате действуют надежно. Еще 25, ну чуть меньше уже минуты остается до завершения этого поединка. Понятное дело, ни в коем случае мы не будем хоронить Атлас. Опять же, понимая, что это не регулярный чемпионат, здесь имеет серьезную важность любые дополнительные показатели. И более того, в ЛФЛ отыграть три мяча за почти целый тайм
достаточно обыденная задача, сложная, которая порой называется маленьким футбольным чудом, но тем не менее достаточно часто подобное происходит. Тем более, опять же, учитывая, как приходится, с какими трудностями сталкиваться с зелено-черным. Даже забавная ситуация, на самом деле, перед началом этого поединка произошла, когда несколько футболистов «Атласа» только-только приезжали на стадион на Флотскую, и увидели они на табло стадиона название своих команды, что матч против это состоится, а в это время на поле уже кто-то играл, и даже немножко так испугаться успели гости сегодняшнего противостояния, а не опоздали ли они к началу своего поединка. Ну а в это, более того, по дополнительным показателям не просто сравнялся со своим оппонентом, но и вышел вперед, положительная разница забитых и пропущенных мячей у красно-белых, в то время как «Атлас» крайне неудачно провел спаренные матчи с лидером квартета. В первом поединке 0-8 «Витязю» скрутили зелено-черные, во втором матче 3-6. И вот из-за этого в итоге и удается заполучить преимущество в ЭТ. А вот если бы в прошлом туре удалось красно-белым еще и «Русь» обыграть и не позволить тем набрать свои первые очки в этом турнире, то сейчас бы мы говорили о том, что красно-белые буквально в миллиметрах от выхода из группы. Контролирует мяч зелено-черные на своей половине поля. Пытаются через пас каким-то образом выйти из обороны в атаку, вытягивая на себя соперника и затем длинной передачей найти нападающих на чужой половине поля. Но в итоге вот со второй попытки только мяч до Ефимова отправляется. Тот неудачно скидывает мяч. Гор Погосян открывался за спину, а никого из партнеров там больше не было. Но здесь ошибается уже и игрок ВЭТ. Адаскин. Очередной фол в центре поля. Юрий Геращенко срывает атаку соперника и за это получает желтую карточку на 39-40 минуте. Первый горчичник в руках у рефери в этом противостоянии появился. Вот говорил я в концовке первого тайма, что по такой игре стандарты могут помочь зелено-черным. Очередная попытка. Даскин, навес. Здесь Масленников надежен. И контратака у красно-белых может получиться. Степнов. Отличная очередная передача. Но здесь Андрей Янокян в роли либеро подстраховал своих защитников и вовремя вышел из ворот и нивелировал угрозу. А здесь не будет фола, насколько я понимаю. Арбитр смотрел, как развивается эта атака, и решил в итоге фол не давать. Степнов вперед играет на Семина. Тому, конечно, тяжело там в верховом единоборстве соперничать с Юрием Жоголевым. Более того, что еще и приходилось ускоряться к месту непосредственно единоборства. Погосян, неплохая попытка. Опять же, учитывая, что почти нет атак у зелено-черных сходу, Гор Погосян вот сейчас хотя бы завершил собственный прорыв ударом. И в итоге, по крайней мере, назад в оборону можно вернуться. Рустам Латфуллин возвращается у красно-белых на поле вместо Сергея Борисова. Погосян играет через центр, и ошибается Жоголев. Юрченко. Нет, прошу прощения, это не Жоголев был, это Альберт Тлицежев в центре обороны оказался. Но не удается развернуть эту атаку во что-то интересное. Когтев сохраняет контроль над мячом. Виталий Амельяненко здесь подтянулся к оппоненту на чужую половину поля. Латфуллин. Амельяненко.
Масленников разворачивается, играет обратно на своего партнера по обороне. Не покинул мяч предела поля, а здесь был фол. Гор Погосян все правильно сделал. И сорвал возможную атаку, быструю атаку соперника. Еще замены, на этот раз уже у Атласа. Сергей Ефимов отправляется отдыхать. И здесь, я так понимаю, определенные перестановки будут, потому что Альберт Тлецежев отправляется у нас на острие атаки у зелено-черных, а в оборону Алексей Поздняков возвращается. Неплохо, не удалось здесь мяч укротить. Сложная, да, передача последовала на Владимира Юрченко, но тому чуть-чуть не повезло в этом эпизоде. И здесь вновь его опережают. Это Гор Погосян был. Максим Адаскин. Хорошая передача вперед. Падение. Здесь фол, да. Не добрался до мяча центральный защитник Вэт. Тлецежев был первым на нем. И в итоге заработал крайне опасный стандарт. Вновь Максим Адаскин отправляется к мячу, но на этот раз уступает право пробить штрафной своему партнеру. Гор Погосян попробует со своей левой зарядить. Ему, безусловно, удобнее с этой позиции будет угрожать воротам Романа Корчинского. Ну и если вы только подключились к нашей трансляции, напомню, что даже один гол в текущей ситуации может кардинально все изменить, но Погосян не подготовил удар и отправил мяч намного мимо створа. Еще пауза, еще замена у зелено-черных. Павел Коптев отправляется теперь отдыхать. Возможно, для того, чтобы на концовочку вернуться на поле и в финальном штурме поучаствовать. Впрочем, играть еще достаточно долго остается в этом противостоянии. Чуть больше четверти часа. Пока что угловой зарабатывают красно-белые. Никуда не спешат представители севера, что, безусловно, понятно. Счет полностью устраивает их текущую секунду. Подача Семина. Удар! И спасает свою команду Андрея Янокяна. Здесь, правда, справедливости ради необходимо отметить, что и удар не получился толком. Голкипер сделал ровно то, что и должен был. Находясь на ленточке, Латфулин скидывает направо на Геращенко. Тот ставит корпус и не пускает к мячу Сергея Ефремова. Мы с вами отмечаем, что полузащитник вернулся на поле. И, безусловно, рады, что никаких болевых ощущений у него таким образом не остается. Если и остается, то не мешает ему участие в сегодняшнем матче принимать. Гор Погосян быстро разыгрывает стандарт. А Даскин, здесь уже нет момента для удара. Но вот неплохо пытались они двоечку с Алексеем Поздняковым разыграть. Но тому никто не подсказал, что он совершенно один. Разворачивайся и бей. А вот Поздняков все на своего капитана пытался сыграть и вывести того на удар. Тлецежев играет назад на Жоголева. Тому ничего не остается, кроме как Янокяна мяч скинуть. В итоге уже на чужую половину поля вытянулся. Янокян. Хороший перевод на Ефремова. Тут в одно касание зачем-то решил сыграть. И в итоге передача точно не получилась. Как и у Вэта, в принципе. Геращенко не сумел отобрать мяч у Адаскина, а фалить ему нельзя, у него уже есть одна желтая карточка. А сейчас Тлецежев с Поздняковым друг другу как помешали, и в итоге ни тому, ни другому не удалось выбраться на ударную позицию, и чтобы пробить головой где-то с угла вратарской. Еще замены, их достаточно много в последнее время, что неудивительно. Виктор Дерюгин возвращается на поле, чтобы центр поля насытить. Юрий Геращенко там наелся немножко. Вот в последнем эпизоде было видно. Вроде бы перехватил передачу Адаскина, а затем все равно не успел.
Степнов выводит на ударную позицию Семина, но того все-таки в последний момент Жоголев опережает. Еще один угловой, еще один стандарт. Безусловно, в эту для спокойствия нужно пятый гол забить. И тогда все совсем идеально в этом противостоянии будет для красно-белых развиваться. Но вот пока пятый гол не идет, что называется. Юрченко угловой подает. Мощная подача. Или это даже удар был. Там Янокян в итоге чуть выйдя из ворот, сумел мяч забрать. И быструю контратаку своей команды таким образом начинает. Поздняков вновь играет на Адаскина. Здесь уже без нарушения правил мяч отобран. Дерюгин. Масленников. Амельяненко. Юрченко, пас на третьего, и дальше вот передача туда напрашивалась, да, на подключившегося в атаку Виталия Амельяненко, но чуть момент был упущен, и уже Максим Адаскин в центре поля съел своего оппонента. Футболист, наверное, к которому меньше всего претензий может быть у зелено-черных. Максим Адаскин сегодня много работает, гол забил, еще несколько моментов имел, но вот больше пока... создать гостям не удается. Вот такие дальние удары, они, конечно, потенциально опасными могут получиться, но пока все летит мимо створа. Длинная передача. Степнов укращает одним касанием этот сложный пас. А вот Амельяненко сейчас скинул мяч точно на Гора Погосяна. От Лицежев удар и заблокирован выстрел. Будет угловой. Почти всем составом зелено-черный отправится на чужую половину поля. В центральном круге остается лишь Сергей Ефремов, который будет стеречь Александра Степнова. Посмотрим за этой подачей от Гора Погосяна. Навес. Удар будет? Нет. Не позволяют Юрию Жоголеву добраться до мяча. И теперь надо в оборону возвращаться. Здесь хорошо, что сорвали атаку зелено-черные. Сергей Ефремов не согласен с вердиктом рефери, что игра рукой зафиксирована. То здесь на самом деле можно и желтую карточку было показать. Но рефери в итоге обошелся без горчичника. Степнов пас в штрафную, не проходит эта передача. На подборе вновь красно-белые. Налево. Масленников. Вроде неплохо контролирует мяч красно-белый, но все равно все немножко так на взрыв получается. Степнов. Пас по замыслу неплохой, но не доходит передача до Юрченко. И контратака. Адаскин направо играет. По замыслу все было сделано классно, но Альберт Тлицежев не сумел укротить эту передачу, и в итоге та ушла за пределы поля. 10 минут у нас остается до завершения этого поединка. Напомню, что заключительный матч группового этапа квартета D состоится через 2 недели. ВЭТ будет играть с Витязем, который является лидером группы. И исходя из того, как развиваются события в сегодняшнем матче, вполне вероятно, что сегодня они оформят первое место по итогам группового этапа в собственной подгруппе. Ну а Атлас будет играть с Русью северо-восточной. Витязь представляет Восточную лигу, проводя свои матчи на Спартаке. Так что все, безусловно, будет решаться уже там. Но, учитывая, как на данную секунду развиваются события в этом противостоянии, в это там будет устраивать и ничейный счет. В таком случае, даже если свою игру Атлас выиграет, по дополнительным показателям команда Сергея Борисова и Александра Степнова окажется выше в турнирной иерархии по завершению 6 календарных уикендов. Здесь необходимо отметить, что ВЭТ достаточно умно поступил. На следующей неделе у команды запланирован перерыв был, благодаря тому, что с командой, снявшейся с чемпионата в первом дивизионе, должны были красно-белые играть, но перенесли игру следующего игрового уикенда против Пресни на ближайший уикенд. Команда Евгения Ручкина также, к слову,
пропускала бы следующие выходные по той же самой причине, и поэтому воспользовались возникшей паузой и перенесли игру, и таким образом заключительный матч группового этапа в эту не придется играть после того, как матч календарного чемпионата они проведут, как, например, на этой неделе, когда вчера в упорном матче противостояли красно-белым пираты. Но вот Атласу на самом деле такой ход не удастся сделать. В случае необходимости, да, команда имеет возможность перенести матч в так называемых интересах лиги. Здесь опасный момент очередного ворота Андрея Янокяна, но не завершается он голом. На следующей неделе Атлас, к слову, будет играть с командой, которая на соседней строчке турнирной таблицы первого дивизиона Юго-Западной лиги находится, с трейдер Team Goofs. Здесь еще один момент. Семин не забивает. Еще удар. И вновь мяч мимо створа проходит. Ну а возвращаясь к турнирным раскладам, трейдер Team Goofs, что интересно, он также принимает участие в Лиге Москвы. Здесь сумасшедший сейф совершил Андрей Янокян, вовремя выкинув ногу, но на самом деле Семин должен был забивать сам. Если вдруг вы следите пристально за этим соревнованием, то вы знаете, что трейдер Team Goofs играет в группе С Лиги Москвы и сегодня, к слову, будет играть с другим представителем Северной Лиги, с футбольным клубом Северный Экспресс. Прошу прощения, Северный Альянс, конечно же. И там тоже все только начинается, имею в виду эндшпильная борьба. Северному Альянсу, безусловно, нужно сегодня у прямого конкурента побеждать, чтобы сохранять себе шансы на выход в следующую стадию соревнований. Доигрывают встречи команды. При этом, повторюсь, один гол у ворота Романа Корчинского может кардинально изменить все те турнирные расклады, которые я вам только что озвучил. В таком случае ничья уже не будет устраивать со 100% вероятностью команду Сергея Борисова и Александра Степнова. Подача. Угловой назначает арбитр. Евгений Савельев его зарабатывает. И сам же, судя по всему, будет выполнять подачу. Там под розыгрыш Алексей Поздняков подбирается. Разыгрывают с ближним. В итоге аут. Аут. Лицежев. Поздняков. Далеко отпускает мяч. Степнов. Здесь подключился, да, Дмитрий Масленников к наступлению. Нет, прошу прощения, это Виталий Амельяненко. Немножко похоже, да, два центральных защитника красно-белых. Вот только у Масленникова красная шапка под цвет экипировки команды. А здесь Степнов чуть было не обокрал Андрея Янокяна. Тот здорово, конечно, сумел переиграть капитана соперника. Масленников играет направо, Амельяненко еще правее. Сьювченко опустился чуть пониже, чтобы получить передачу. Сам вперед не пошел. Юрченко снова с мячом в центре поля. И дальний удар, сверхдальний выстрел. В итоге мяч уходит в аут после того, как кто-то из защитников заблокировал этот удар. Меньше 5 минут у нас остается до завершения этого поединка. Не думаю я, что главный арбитр встречи что-то командам компенсирует. Пауз в игре не было. Во втором тайме, по крайней мере. Ну и замены все-таки это игровые такие паузы. Еще момент! И не попадает мяч в сетку после добивания. Там Александр Степнов здорово подобедал. Но достаточно острый угол уже был после того, как Виталий Амельяненко пробивал поворотом. Хоть бы это он был. Пятый гол все никак не дается в эту. Иннокян.
выбивает мяч вперед. Поздняков в центральной линии чуть ли не до собственной штрафной дошел с мячом, а затем отдал неточную передачу. Корчинский спокойно забирает мяч в руки. Латфулин. Дерюгин. Под прессингом оказался и неточный пас отдал. Лицежев, пас в центр, Поздняков и вновь неточно. Устали команды, это безусловно видно. Много ошибок в концовке стало с обеих сторон. 3 минуты у нас остается до завершения этого поединка. Масленников далеко вперед бросает. Степнов вроде бы выиграл единоборство, но скинул мяч сопернику. И теперь вновь приходится отбирать его у оппонента. Когтев. И вновь не точно. Не удается Сергею Ефимову зацепиться за мяч. Латфулин. Вэт все-таки стремится идти вперед и забить еще один гол. Степнов. Откидывает мяч назад. Масленников. Степнов. Элегантная передача пяткой, но здесь до мяча добраться будет, конечно, невозможно. Дмитрию Николаеву. В итоге фол фиксирует рефери. Еще одна замена. Сергей Ефимов свое в сегодняшнем матче, судя по всему, уже отыграл. Не думаю я, что за оставшиеся 2 минуты успеет он вернуться. И есть ли в этом необходимость на поле. Николаев, пас на Степнова, не пройдет эта скрытая передача. Здесь вновь Максим Адаскин здорово действует на своей половине поля. Поздняков показывает, что будет длинную передачу вперед отдавать на Тлицежева, но она не доходит. Здорово здесь сыграл Дмитрий Масленников, спас свою команду от неприятностей. Фол, безусловно, да, по ногам. Попал Виталий Амельяненко. Быстро разыгрывают мяч зелено-черные. Возможно, это одна из последних атак их в сегодняшнем противостоянии. Для того, чтобы спасти игру. Удар! Не получился выстрел у Сергея Ефремова. И Роман Корчинский без каких-то проблем сумел зафиксировать снаряд. Николаев. Завалил его Юрий Жоголев. И этот фол, он, конечно, безусловно, очень важен. Можно убить еще десяток другой секунд, которых осталось не так уж и много до конца поединка. Затем пробить куда-то в район Кронштадтского бульвара можно. И на этом главный арбитр встречи, после того, как, безусловно, отмерит положенные регламентом 8 метров, может отправить команды в раздевалке после окончания поединка. Удар! Здесь... В створ приходится выстрел. Енакиан здорово вновь сыграл. Затем Тлицежев выбивает мяч в аут. И на этом все, дорогие друзья. Главный арбитр встречи дает финальный свисток, возвещающий о том, что Вэт побеждает в поединке на 5-го тура группового этапа Лиги Москвы и выходит на 2-е место в турнирной таблице. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья, и до свидания.